Всем доброго времени суток. Представляю перед вами настоящую Subaru. Это Subaru Impreza 2013 года выпуска. Автомобиль оснащен мотором 1,6 литра. Машина у нас с вами на автоматической коробке передач на полном приводе. Машина ввезена в Россию из Владивостока. В России всего лишь один владелец. Отличное техническое состояние, классная комплектация. Настоящий чистый японец. Переместимся на салон, посмотрим с вами комплектацию и пробежимся по состоянию салона. Здесь у нас с вами вот такой вот красивый, замечательный салон. Сиденье, карты, дверей, состояние отличное. Спереди у нас с вами такой же замечательный салон. Сиденье, карты, дверей, панель. Водительская дверь, состояние отличное. Ну что, теперь давайте пробежимся по комплектации. Как видите, у нас с вами имеется мультируль, коробочка передач. Это, я так понимаю, можно выбирать режим, либо эко, либо спорт. Так, здесь у нас с вами располагается климат-контроль, штатная магнитола от фирмы Pioneer, это штатная магнитола. Здесь у нас с вами есть бортовой компьютер. Чем еще вас удивить? Все стеклоподъемники, блокировка дверей, блокировка стеклоподъемников, регулировка зеркал, функция складывания зеркал. Здесь у нас с вами располагается, кстати, да, забыл вам сказать, у нас с вами бесключевой доступ. В комплекте идет два заводских оригинальных ключа, кнопочка старт-стоп, подсветка приборов, кнопка отключения стабилизации. Ну и у нас с вами сейчас заведен автомобиль, идеально ровно работает мотор, пробег на автомобиле 96 тысяч километров. Так что вот такая замечательная Subaru на ваших экранах, машина у нас в наличии, приезжайте к нам на осмотр, на тест-драйв, заведем, прокатимся, все вам расскажем про автомобиль. Если вас все устроит, эту машину вы сможете у нас приобрести по системе трейдинг в кредит, либо за наличный расчет. На этом я с вами прощаюсь, желаем хорошего настроения, всем доброго, до свидания.